Я постараюсь как-нибудь переключить в холодный тенечек. Што рабіць, калі вы пачалі тануць, або як дапамагчы іншаму, калі той трапіў у такую бяду? І наогул, як паводзіць сябе на пляжах і вадзе? Аб усім гэтым не толькі распавядалі старшакласнікам Ленінскага раёна Брэста і студэнтам каледжа бізнеса і права. Праблема трагедыі на вадаёмах застаецца актуальнай. У Брэсце ў гэтым годзе ўжо загінулі 2 чалавека. Дана мерапрыяцце актуальна тым, што наступила жаркая пора. Очень хотелось бы всем побывать на пляже, отдохнуть, окунуться, скажем так, освежиться. Вот. И наша задача вот, рассказать по основам безопасности жизнедеятельности при отдыхе на воде. Мы этим мероприятием показываем, как себя нужно вести на водоемах. В нетрезвом состоянии тоже нельзя заходить в воду, чтобы были все внимательны, а также родители смотрели за своими детьми. Так само супрацовники МНС продемонстрировали свои навыки при надзвичайных ситуациях и дозволили ребятам на некоторый час так само чуть себе вратавальниками.